Сегодня на обзоре дизраптор. Да, вождь Орды был галимым саппортом. Воин, ты забыл, с кем ты говоришь? Прислуга рот раскрыла. А ну, пиздуй, в Орды поставь! Ты ж понимаешь, что после обзора тебя ждет тотем Хога. Да пизделся. Ну ладно, перед смертью не надышишься. Ты умеешь возвращать людей во временном промежутке. Привет, парни. Я вернулся из заточения. Бэк-Югон! Нет! Нахрена ты это сделал? Я не знаю. Я испугался. Ладно, давай дальше. Я могу создавать электрические поля и бить током. То есть ты владеешь электричеством, падла? А мы до сих пор в лачугах живем и костры палим. Ну все, с меня хватит. Хог, он твой. Ну здравствуй, братец-спартанец. Сука!